На улице потоп, но люди не теряют времени, фотографируются. Это все выглядит глупо. Первый час было смешно, но сейчас, честно говоря, страшно. Вот такая ситуация. Просто. Лавочки смыло. Там проводку тоже смыло от фонарей, скамейка. В общем, ситуация действительно чрезвычайная. Давай к нам сначала. Давай сюда. Собака. Осторожно, потом. Осторожней. Залазь. Конечно, мудро это болото перешел. Там люди, видно, не боятся за водички. Пошел дальше, да. Вау, куда? Оп. Надеюсь, тут ровный тротуар, а то под водой ничего не видит. О, там еще и баррикаду поставили. Да ладно, вообще.